местным старостой. Пойдем. Поговорим. Прилетела к нам на Радуге и спасла наши шкуры. Откуда ты? Я встретила Хакурта, он позвал меня. Предатель! Я ему сказал, не ходи! Закую его в цепи! Он погиб. Что? Мой жженый, грязный, вонючий, паршивый брат? Почему меня не слушал? Почему? Он боялся, что тебя и всех остальных убьют. Ты не знаешь, что влечет сюда коршунов? Тут никто не продавал приманки. Устройство, чтобы подманивать машины. Ты серьезно? Или это у Нора так шутят? Ну, видимо, нет. Вспомни, что могло здесь измениться? Может, вы лом разбросали? Нет. У Азирам все идет в дело. А вот Карха, те берут только красивенькое. Значит, Карха бросают здесь лом? Здесь? Нет. Увижу, что Карха разбазаривает лом, поганец у меня этот лом сожрет. Тогда как же Карха навлекли на вас коршунов? Застава построена для защиты от Карха. А теперь они ходят сюда торговать. Ладно, пусть ходят, лишь бы платили. Но ведь они хотят захапать это место. По правде, они все хотят захапать. Но как они привлекли коршунов? Если выдастся передышка, я пошлю кого-нибудь из людей по этому следу. И уверен, он приведет к этим подлым Карха. А ты здесь кто? Я тут мэр. Был слишком пьян и не смог отказаться, когда брат предложил. Точно. Скажи мне, где он? Хоть похороню его, как только мы прогоним этих коршунов. Он к югу отсюда, по реке. Вот же дурак, мерза, остолоп. Спасибо, что была с ним до конца. Давай я сама выясню, откуда тут коршуны. Тебе не до того. Правда? Мне никто не предлагал помочь. Следы читать умеешь? Можно так сказать. Ну хорошо. Что найдешь, скажи. Зуб даю. За всем этим стоят Карха. Устройство испускает сигнал. Может, он и привлекает коршунов? Выключайся! Выключайся! Что ты делаешь? Клянусь солнцем, не выключается! Это устройство приманивает коршунов. Выключи! Я? Как выключить, если я даже не знаю, как я его включил? Я его в старой мастерской нашел! Вот так, Элой. Хотя бы вот так. Теперь выкладывай. Зачем тащить то, в чем даже не разбираешься? Клиенты платят мне за причудливые диковинки с самых дальних окраин мира, а рассказы о приключениях лишь набивают цену. Я всегда храбро иду в неизведанное, и не бывает на свете таких гор, какие бы меня испугали. Я готов идти на жертвы. Жертвуешь чужими жизнями? Эти коршуны нападали на всех без разбора. Я ведь этого совсем не хотел. Я пытался лишь ублажить богатых и знатных особ, что никогда не выходят из дома.
Ты знал, что все это время устройство приманивает коршунов? Нет, клянусь солнцем! Я спрятал его здесь, но когда вернулся, одно из этих крылатых чудовищ мне чуть махом голову не откусило. Говоришь, нашел это в мастерской? Да, я разбил лагерь в снегах Восточного хребта. И в мои лучшие годы этот подъем был бы непрост, но я затянул свой... Хватит, там были еще какие-нибудь устройства? Самые разные. Подобных я прежде не видел. И любопытное хранилище, которое сопротивлялось всем попыткам его открыть. Ведя поиски, я гадал, сколько еще секретов таит наш мир в то время, как мы проживаем свои дни в унылом неведении. Короче. Нет, таких устройств больше не видел. Но, возможно, они где-то там лежат и ждут своего часа. Это устройство опасно. Нужно посмотреть в мастерской, нет ли таких еще. Где она? На Восточном хребте, возле моего лагеря. Но после того, как я спустился оттуда, в вышине раздался зловещий грохот. Я нырнул в реку всего за миг до того, как тропу накрыло лавиной. Теперь там не пройти. Это слишком опасно. Ну, а я рискну. Только больше не ходи к этой мастерской и не усложняй людям жизнь. Ладно. Сейчас мы сходим к продавцу Элой. Тот Карха сказал, мастерская недалеко от его лагеря, на Восточном хребте. Ну, сейчас узнаем. Сейчас тронем, сбросим лишнее. Товарец. Это тоже не помешает. Продать. Вроде бы как бы. Мы бы не выжили без помощи со стороны. Мы не ожидали нападения. Пойдем. Пойдем посмотрим. Так сказать, облегчились. Пошли, Элой. Да, мы покидаем Смоляной утес. Можем бы и сохраниться на всякий случай. Да, Элой. Будь там не близкий. Вкусно.
Кабанчик нам не помешает. А то нам все здоровье повышибли. Ребята. О, там вон еще кореша. Так. Это моя одежда. Ну-ка. Увы. Да хорошо, замечательно. Вот так на Цилеме воевать. Лоза вошла. Неплохо, неплохо. Это, кстати, наш поход начался. Yeah.
да прям. Огнежар нам нужен. Ох, бать! Слушай, один аж улетел куда-то непонятно куда. Это у нас такое это самое, да? А финал будет Буревестник. В финале у нас будет Буревестник. Только скажу, успеваю переодеваться. Угу. Так, куда нам идти-то надо? Нам идти надо было вот сюда. А мы пробились с собой, ну ладно. Пробились и пробились. О, зато лут забрали.
Может пригодиться. Конечно. Ага. Ну, могу как раз. Ага. А как бомбардировщики. Ах ты! Вот это бой был. Сану спираль. Да. Ну, это так. Ну, а дальше можно вот этот вот. Вот эта штука хорошая. Следующее мы...
навыки. Ну, можно и вот это вот. Так, сейчас вот будет сложненький момент для нас. Сложненький момент подняться. Попробуем. Идем. Лагерь к его подбираемся. Угу. Вот лагерь того прохиндея. Значит, и мастерская где-то рядом. Надо только обойти завал. Сейчас мы посмотрим. Да. О! Здорово. Как-то мы не не на ту кнопку нажал. И придется все по новой. Как неудачно прыгнул. Сильный снегопад. Мир белее. Я же говорю тут. Да, Элой, придется нам тут прыгать. Давай. О, опа! Себе. Это не все. Теперь в эту сторону. Вот это нифига себе. Что там нас ждет? Так, броня у нас. Давай вот эту оденем.
Нас ждут и ждут. Как вот они сюда забрались? Кто мог? Нужно было взять телегу. Не говори, Элой. Модификация. Вот и все, ничего тут нет. Да? О, тут еще один красавчик. Внимание, фото! Да сколько же у вас тут это самое? Скажи, Элой, до меня. Опять там, небось, зона недоступна. Только вот здесь вот. Тогда мне придется что-то выбросить. Придется. Сейчас к самому тяжелому месту подходим, малой. Угу. Наверняка этот буревестник тут из-за приманки. Надо найти и уничтожить устройство, тогда он улетит. Так, одежда. Ух, чуть не... Напрягся. Да я его бил и так. Ну ладно, проверенным способом будем воевать. Мы уже с ним так сажались. Сейчас угомонится. Торопиться не будем. Дайло, торопить события не будем.
Вот они, три манка стоят. Напрягся. Напрягся. Можно было, конечно, забежать в мастерскую, я думаю. Ну ладно. Наш метод проверенный уже. Кажется. Если скрыт, газоразведник мы ему немного повредили. Прям ракетоплан. Защиту мы, конечно, поставили. Смотрит. Неплохо. Плохо. Почти к 50% подбиваемся. Подождем. Как настоящий охотник сидит и ждет. Когда дичь успокоится. Немножко утомляет, да, его? Но лучше мы выждем. Противник сильный. Во, сейчас полетит. Видишь, мы ему уже разрядник подправили. Очень даже недурно. Сейчас он полетит.
Что, мы его парализовали? Мы как-то неудачно попали. Неудачно попали. Что-то вон дальний компонент. Ладно, сейчас он сюда прилетит. Правильно, Элой. Надо замаскироваться посильнее. С оттяжкой. Неплохо говорит. Угу. Неплохо ты ему присадила. Лишь сейчас. Можно, конечно, в бой завязаться уже. Удержался. Он что-то компанию засадить. Удержался. Элой, ты прям это самое уложилась просто фантастически последним этим.
будет место. Сейчас будет. Модификация. Так, сердце буревестника надо забрать. Стоит очень дорого. Вот линза жвачника, нет. Прекрасно. Так, ну теперь что, идем за манками. Не, ну вот это прикольно, они сделали вот эту яму. Больше никого не принимаю. А теперь мастерская. Значит, эти приманки изготовил Дервал. Он умен и опасен. Пора назад в смоляной утес. Угу. Пора, Элой. Я думаю, нам надо пора переодеться. Ну что, нас опять кто-нибудь поджидать по дороге. Я же говорил, вон они, уже шустрят. Что у нас будет? Кто-нибудь да поджидать там. Нет, здесь мы прыгать не будем. А вот тут вот более-менее спуск есть. Это я приберегу. Мы уже дошли почти.
Мы уже почти дошли. Надеюсь, нас опять тут не будут эти лиходеи поджидать. Могу тебя обрадовать, я нашла и разбила еще одну приманку. Думаю, последнюю. Ну, гнев и пламя, девочка, ты нас всех спасла. Но откуда знаешь, что она последняя? Мастерская, где я ее нашла, заброшена. Не бойтесь. Хорошо. Все мои ребята пожали бы тебе руку. И мой брат тоже. От имени всего Смоляного утеса благодарю тебя. Точно. Ну вот и все. Ну вот как бы и все. А тут у них костра нет. Все.